Внимание! Вы выходите из безопасной зоны. ИСАК может перехватывать сообщения из указанных на карте мест. Это позволит тебе лучше понять обстановку. Неужели вообще ничего не осталось? Агент, бандиты украли из раздаточного пункта в Бруклин-Хайтс недельный запас продовольствия. Теперь они вымогают у голодающих деньги за эти продукты, наживаются на чужих страданиях. Верни нашу еду! Бабки есть? Рада тебя видеть. А это что за часики? Не надо этого делать. Давайте разойдемся по-хорошему. Ой, да чё ты гонишь, а? Тут не бывает по-хорошему. Умоляю, у меня же семья. А у меня уже нет. Человек человеку волк, брат. Они дерутся, как крысы. Превосходно! Обнаружен пропавший груз. Вы приближаетесь к грузу. Говорю тебе, не поддается. Да потому что ты не так делаешь. Вот, смотри. Да? Ну давай, давай, гений. Покажи, как надо. Что за фигня? А я тебе что говорил? Дай-ка я попробую. Фу, дрянь. Ну, я в жопу. Подождем остальных. Ладно. Сектор под контролем. Враг нейтрализован. Внимание! К вам приближается противник! Тебе не жить!
Груз обнаружен. Уведомляю ОТГ. Отлично, агент. Мы отдадим эти продукты тем, кто в них нуждается. Вам надо это увидеть. Самый лучший товар на районе. С вами всегда приятно иметь дело. Нью-Йорк. Куда же вы? То, что им самим-то не нужно. Сейчас я расскажу. Один мужик в балаклаве с охотничьим ружьем крался за женщиной, которая тащила маленького ребенка и чемодан, словно оленя преследовал. А когда подобрался поближе, прицелился и молча в упор прострелил ей затылок. Малой орет и плачет. Мужику в балаклаве на него насрать. Он роется в чемодане прямо рядом с трупом. Достает оттуда пару шмоток, какие-то украшения и прочую хренотень, потом встает и уходит. А ребенок рыдает 3 ручья над своей мертвой мамой. Наверное, надо радоваться, что хотя бы малого не застрелили. Но я не могу радоваться, вы понимаете? Не могу я радоваться! Да, я знаю, что в последнюю пару месяцев творилось черт знает что, но... Вы что, уже до этого докатились? Тогда, после 11 сентября, мы все помогали друг другу, как могли. А сейчас отстреливаем безоружных мамаш. Вдруг у них в чемоданах есть что-нибудь ценное? Нью-Йорк. Что вообще с нами творится? Неужели это конец? У меня есть вещица, буквально создана для вас.